Добрый день всем, кто к нам присоединился уже на третью Best of 2 Join Dota MLG Pro League, первый сезон. На данный момент у нас играет команда 5EVO против команды Минески. Для Минески это уже вторая катка Best of 2 в данном турнире, в данный игровой день. Перед этим Минески очень сильно наполучали от своих соперников, а именно от команды Signature Trust. На данный момент Signature Trust на первом месте идут. У Минески дела обстоят не лучшим образом. У них 4 игры, 3 ничьи и 1 поражение. Собственно, поражение от Signature сегодня получили Минески. У 5EVO дела немножко поспокойнее идут. 2 игры, 2 ничьи. Собственно, до этого и у Минески была та же ситуация. 3 матча, 3 ничьи. Да и у Signature. Ну, короче говоря, Signature баллы забрали. Отправились на первое место, но у них больше всех игр в азиатском дивизионе. На данный момент 5EVO будет бороться с Gigabyte Minesky за 2 поинта, как вы понимаете. Кто разбирается, еще раз послушайте, кто не разбирается, объясню. Одна победа в одном матче — это 1 поинт. 2 победы, соответственно, арифметика для самых маленьких. Если проигрываешь катку, не зарабатываешь ровным счетом ничего. Объединили команды, чтобы они сыграли сразу по 2 матча, только в целях экономии времени. Собственно, все понятно. Встречи длятся в 2 раза меньше, что, в общем-то, удобнее и для тех, кто это транслирует, и для тех, кто играет. 5EVO на данный момент, возвращаясь к данному матчу, 5EVO уже в бан отправили Морфлинга, отправили Акса, Бродмазер и Шторм Спирит. Со стороны команды Минески в баню ушел следующий моб персонажей. Нага Сайрон ушла в баню, ушел Бэтрайдер и нет Феникса вместе с Брюмастером. В пике у Минески Леон Чен и Тролль Варлорд, и Венжфул Спирит с Виндрейнджер, а также Тайтхантером в пике у команды 5EVO. Бристл Бэк на сложную отправится у нас у Минески. Куку, скорее всего, будет отыгрывать на этом персонаже. Чен, понятное дело, лесной. Тролль, фармящий от... от кого же? Тролль, в принципе, я думаю, для Рейвена берется. Ну и Леон на саппорте будет. Ну, в принципе, все понятно. Осталось выбрать только мид персонажа команды Минески. И 5EVO, соответственно, мид придется банить. У команды 5EVO по пику тоже что-то довырисовывается. ВР-ка, скорее всего, отправится у нас в мид. Тайтхантер пойдет в сложную. Вингайд Алайн саппорт. И осталось пикнуть еще одного саппорта и мейн керри. А вот теперь у меня вопросы, когда команда пикает Лину, куда она направится. Либо это будет лайн саппорт, либо это будет фармящая Лина. Это неудивительно увидеть в современной доте фармящую Лину. Так, чтобы она особенно катки выигрывала, конечно, тенденции такой нет, но она всегда вносит некий дисбаланс. Персонаж, на которого ты поначалу закрываешь глаза, и потом который скоростью своей атаки просто в щепки разносит весь стан соперников. Снайпера забанили у нас 5EVO, значит, не верят, что кто-то из данных персонажей будет в мид идти. Ну, по данному пику, в принципе, да и вообще снайпер настолько неприятная заноза, что лучше, наверное, избавляться от него сразу и отправлять его в баню. Он, в общем-то, не зависит от пика. Он просто стоит, смотрит издалека и расстреливает тебя под Mask of Madness, ну и прочей ерундой, которая ему покупается. Еще минута 40 на то, чтобы забанить одного персонажа и одного персонажа пикнуть, соответственно, у команды 5EVO. У Минески времени осталось по минимуму. Слишком долго думали на ранних этапах. Последний бан от 5EVO отходит к Тинкеру, и 13 секунд на то, чтобы Минески смогли забрать мидера для своего пика. Кто это будет? И, в принципе, сейчас непонятно, против кого он будет стоять. То ли это Лина отправится на мид, то ли это Виндрейнджер.
Ну, берут универсального Пака, который и на Виндрейнджер, в принципе, свой волшебный хвост сможет положить и на Лину с ее не очень быстро кастующим станом, и Dragon Slave тоже, в принципе, можно будет эвейдить. Ну, у Минески пик, в принципе, универсальный. Станы есть, зацепки есть, Silence от Пака есть, чем пушить поначалу тоже имеется, чем ганкать тоже есть. У Минески пик универсальный, что 5 Eva придумали, что Miracle нам покажет. Это будет интересно посмотреть. Пока что остается пятый персонаж и... Посмотрим, минута 20 на то, чтобы 5 Eva забрали своего персонажа, и тогда хоть что-то прояснится по лайнам. Пока что, кроме Тайтхантеров, сложно, и Винги саппорта, толком мне ничего не понятно. То ли это фармящая Лина, то ли это мид Лина, то ли это ВР-ка мид, то ли ВР-ка фармит, то ли мид, то ли фармит. Короче говоря, смотрим, минута еще остается у 5 Eva для того, чтобы пикнуть последнего персонажа. Двадцать две секунды остается. Ну что, 5 Eva решили? Ну, наверное, решили, я так понимаю. Обсуждается просто этот вопрос. Кто и как будет становиться на лайны? У команды Минески, в общем-то, по лайнам все ясно. Единственный вопрос, тролль пойдет в мид или Пак пойдет в мид. Ну, скорее всего, Пака отправят, а троллю будет комфортно фармить вместе с Леоном. Дроу Рейнджер последним заходит в пик команды 5 Eva и... По пику давайте сразу определимся. Vengeful Spirit, Windranger, Tidehunter, Лина и Draw Ranger от 5 Eva. И Минески ответили Леоном, Ченом, Троллем, Бристлбеком и Паком. На Паке будет у нас играть Джей, значит, соответственно, Пак отходит в мид. Рейвен на тролле, тролль у нас фармящий, Куку в сложную на Бристлбеке и Леона с Ченом сейчас еще раз берут Минески. Ну, по лайнам команды 5 Eva... В принципе, разберемся. Последнее приготовление, максимум 10 секунд, и наконец-то этот затяжной пик заканчивается. Еще раз напомню, катка в формате Best of 2, значит, за каждый матч придется сражаться как за последний. Стандартная пауза в начале матча, ну и, в общем-то, небольшие настройки и сможем переходить непосредственно к катке. Кто у нас здесь? Какие-то игры с паузой. Как я понимаю, от команды Минески вроде бы восстановили игру, и Ова опять отправляет нас подождать еще какое-то время. Ну, хорошо, мы подождем. Наконец-то возвращаются в матч у нас команда, и персонажи пошли по своим лайнам. Сейчас мы увидим, кто у нас на ком стоит у 5 Eva, потому что, в общем-то, для меня это загадка. Может быть, в силу не совсем хорошего понимания данного коллектива, может быть, в силу не совсем хорошего понимания доты. Ну, последнее у меня, конечно, больше под вопросом, чем понимание коллектива 5 Eva. Тем более, азиатская дота для меня вообще мейн... Наиболее сложная дота. Тайтхантер первый у нас идет, понятно, будет цеплять тут, собственно. Все ясно, да и дамагу лучше ему впитывать. Ну что, у нас обходят деревья с двух сторон игроки команды 5 Eva и Минески. Прочекал у нас тролль.
понимает, кто где находится. Дроука уже по спине получила. И отсюда команда Фафева отправляется назад. А драка 5 на 5 на первых минутах была бы вполне интересна. Но здесь может, в принципе, Джей ворваться и попытаться кому-то что-то рассказать. Файфева возвращается на свой хайграунд. Джей тоже, я так понимаю, только посредственно наплевывает по спине Тайтхантеру. Ну, руну нижнюю, как я понимаю, команда Минески отжала. Верхняя руна тоже, скорее всего, будет за куку, хотя нет. Подходят и лучше здесь не стоять. Дроука забирает у нас нижнюю руну и пак на мид уходит с половиной первого левела. Баунти, руны для мидеров, классика. На лине. В принципе, лина, я думаю, отправится у нас саппортить на лайн. А может, это будет роумище лина. Мы тоже посмотрим немного попозже. Пак стоит в соло против Дроу Рейнджер на миде. На топе у нас Куку. На Бристлбеке нижний лайн остается за Рейвеном и РР на Леоне. Тайтхантер, понятное дело, в сложной в соло стоит. Для него проблема это быть не должно. Лесная лина у нас пока что. Фармит здесь Виндрейнджер и на помощь Виндрейнджер Vengeful Spirit со стороны команды 5EVA. Ну, по лайнам, в общем-то, все понятно, но единственное, что лина, которая, я так понимаю, стаками занимается по лесу. Хотя нет, лина фармит. Чего и стакать, если можно фармить? Один стак есть, и здесь спот выфармливает. На миде Джей уже наполовину хп просел, но здесь больше половины хп у дровки уже нету, поэтому, в принципе, равноценный размен. Дровка с танго у пака в ответ Healing Self имеется. В общем-то, по хилкам тоже одинаково. Но хотя, конечно, Burst Damage у пака повыше. Можно будет Иллюзори Орбом попытаться где-то подловить дров. Экшен пока никто не организовал. Давайте по Вижену пройдемся, посмотрим, у кого что. Вард здесь со стороны команды 5EVA в чужом лесу. Здесь попытка задевардить, но несколько пикселей не хватает от команды Минески. Дальше Вард на хайграунде от, опять же, от Минески, который руну не палит, но при этом контролирует заход на хайграунд со стороны Draw Ranger. Ну и здесь, соответственно, обсервер, чтобы не давать нормально фармить куку. Харасить его на линии для саппортов. По крипстату на первом месте пока что у нас ВРК. У ВРК 12 на 4 и нет одного глаза. 12 на 9 у тролля. Тролль внизу тоже, в принципе, без проблем фармит. Здесь Тайтхантер особенно ему не мешает. И Тайтхантер, конечно, в печальной ситуации. Второй левел поднял, но у него 0 на 0 крипстат, и только издалека смотрит, как праздник жизни продолжается на нижнем лайне со стороны команды Минески. Ова отправляется в лес, у Овы, в принципе, все стандартно. Пак у нас здесь загнал уже под свой тавер Draw Ranger, ловит Silence, будет ли драка. В принципе, можно попытаться забрать, Иллюзори Орб дамажит, и First Blood для Пака. Пак улетает на Secret Shop команды 5EVA и отсюда уходит. Курица, я так понимаю, должна уже нести ему не только ботл, но еще и Boots of Speed. Ну, Пак перефармливает дровку, и это уже становится заметно. 1100 у дровки и 1900 у Пака. И здесь дело даже не в First Blood. По крипстату давайте глянем, как дела. 15 на 4 у Пака и 6 на 3 у Draw Ranger. Мид пока что явно за командой Минески. Куку тоже не в незавидном положении. 1 на 0 у него крипстат, и, ну, не в таком незавидном положении, как Тайтхантер. У него вообще 0. 0 не просто добитых, даже заденайных 0. Ну, может быть, вот он первый. Нет, это не первый крип для Тайтхантера. 5EVA должны, я думаю, по золоту проседать пока что. Да, 500 по голде и по экспе тоже немного, но проигрывают. Мультиспауны еще и от команды Минески. Кто это будет выфармливать, пока что не ясно. Но, возможно, Бристл будет выфармливать спреем. Для него это небольшая проблема. Хотя и тролль позже подойдет. У тролля уже имеются фейсбутсы. Есть выход в Аквила. И
больше пока что ничего. У Леона, где у нас Леон проседает? Леон у нас проседает под вражеским Т1. Разбирают у нас на пару с Джеем. Дроу Рейнджер еще раз отправляется на автоверну. Счет становится 2-0. И все фраги на мидере команды 5EVA. Не самое яркое начало. И я думаю, за это можно будет в итоге поплатиться. Хотя дровка выносит рано свои артефакты. И не очень дорогие ей артефакты нужны для того, чтобы отковыривать куски команды Минески. Тем не менее, если так загнать дровку, а загнали ее действительно серьезно, то потом можно и не реабилитироваться. Тем временем Face Boots появляется у нас у Wind Ranger. Помимо этого есть уже Ring Bacillus. Есть все для хила 350 по голде сверху у Лины. Boots of Speed 1000 есть. Лесная Лина полностью себя оправдывает. Экспуни крадет при этом по фарму. Нормально выезжает. Давайте по нетворсу глянем. Ну, в пятерке держится. Чен у нас сразу за Линой. Ну, лесной Чен это понятно, а лесная Лина не настолько простое и вменяемое решение. Здесь крипы. Как они здесь оказались, не очень. Я понимаю, как она сюда привела крипов. Я так понимаю, через... Ну, Miracle, я думаю, знает очень хорошо, как водить крипов. Честно говоря, мув этот я пропустил. Ну, для меня это впервые, то, что я вижу. Ничего страшного, будем учиться у Miracle. 5EVA 0-2 по-прежнему проигрывают по лайнам. Так, у нас, я так понимаю, драка продолжается. Battle Trans тролль заюзал, но... Здесь у нас на лоу хп Тайтхантер. Тайтхантер отдается Рошану. 3-0 становится счет. Ну, только номинально 3-0. По факту, это два убийства со стороны команды Минески. В любом случае, Минески пока что увереннее себя чувствуют. Загнобили мид команды 5EVA. По экономике на 2000 впереди. И по экспириенсу тоже порядка 1000 опережают своих оппонентов. Джей уже стоит и практически сносит Т1. Со стороны команды Минески Т1 нетронутый. Еле-еле коснулись. 1275 это вообще не дэмэдж. Джей, в принципе, с руной регена. Можно попытаться разменяться по хп. Я думаю, именно это он и планировал. Иллюзорий Орб отправил. Сейчас, наверное, еще одну до восстановления отправит. В принципе, чего не отправлять. Если руна позволяет. Нет, Джей подождал, когда закончился реген, видимо, решил не делать этих пустых мувов. Леон тем временем насобирал уже себе на Tranquil Boots'ы. У Бристлбека что у нас? Стаут Шилд и больше пока что у Куку ничего. У Леона мы видели, что у Чена у нас в лесу. Так, заход у нас в бок дровки. Неужели дровка еще раз будет умирать? Да будет умирать. Какое огромное количество здесь крипов от Чена. Еще один удар в спину. Джей получает ульту от Миракля. Миракль, скорее всего, и добьет его. Да, забирает пака Джей. Пака, на котором играет Джей. И Джей, в свою очередь, забирает у нас Дроу Рейнджер. Ну, по итогу разменялись 3 в 1. Стоило ли это того, загонять дровку под Т2 и там рассыпаться втроем? Явно не стоило. 1350 по голде отыгрывает 5EVA. И по экспириенсу порядка 1000 тоже. В их сторону качнутся графики. Миркль что у нас имеет? Есть у него Аркан Буцы и уже 1200 сверху. По Нетворсу он на 4 место поднимается, обгоняет. Причем уверенно обгоняет у нас хардлейнера команды Минески. Куку толком ничего не имеет. Есть у него Boot of Speed, есть у него Stout Shield и есть здесь Bottle. Курица Куку тоже ничего не несет. Полковнику никто не пишет. Так, у нас Лина забирает еще один фраг на миде, и пак огребает по первое число уже второй раз от Лины. 3-0 у Миракля, и он, я думаю, основное ударное звено команды 5EVA. У кого еще есть фраги, давайте посмотрим. Еще есть фраг у ВР-ки со стороны 5EVA. Отправляется на мид у нас Леон, то ли пока Джей придет, то ли вообще Джея, я так понимаю, выдворили с мида. Ну, два раза умереть на миде явно не хороший знак
для команды Минески. Мид, кстати, выигран 100%, потому что снесен, во-первых, Тауэр, а во-вторых, два раза у нас дровка, даже три раза уже отправлялась в таверну. У Пака это вторая смерть, но это смерть скорее по глупости, чем смерть закономерная. Дроу Рейнджер здесь убивали просто по КД. Хотя, опять же, что ей нужно? ПТ сейчас прилетит. Нет, ПТ не летит, летит Мордип Маск. Ну, будет позже ПТ, будет Яша, будет Мордип Маск, которая догрейдится до Маску в Мэднес. И, собственно, для первых минут 20, ну, с учетом, конечно же, вообще первых, то есть на ближайшие минут 10 дровка будет вполне себе конкурентоспособным персонажем. Ну, как-то статичная игра протекает, мало выходов, мало какого-то экшена со стороны обеих команд. Если кто-то что-то получает, то отходит просто хилиться на базу. Файтов мало, убийств мало. 10 минут у нас прошло, счет 4-4. Не очень хочет команда Минески драться, а и Эва, соответственно, тоже не очень хочет атаковать. Все, что я видел по фрагам, это то, как Эва защищается. Но защититься получилось очень и очень неплохо. Miracle сделал даблкил и... забрали сразу троих игроков команды Минески. Что у нас у ВР-ки? У ВР-ки форстав появляется после фейсбутс. Это не Мейлсторм первым артефактом. После тапок это форстав. Что, пошла еще и мид. У нас отдефать ВР-ка, но здесь скрипов достаточно. Я думаю, Т1 100% падает. Так, Хекс у нас еще у ВР-ки. Туда же МПЛ от Леона. У Леона не было 6 левела, я уже начал флеймить на него про себя, почему Finger of Death не давал. 4 левел всего у нас у Леона. Так, у нас здесь поймали, скорее всего, Vengeful Spirit не отпускают. Чен забирает ее. Здесь, как видим, по данной птичке огненной подошел Miracle. Но он отсюда отправляется ни с чем. Дальше команда Минески не пошла, забрали Тауэр, отошли назад. Ну, так можно вести себя, ведь Чен есть в пике. Мы берем лесных крипов, мы идем пушить Таура. Тем временем у нас тролль забирает Тайтхантера. Да? Нет? Где у нас погиб Тайтхантер? Тайтхантер погиб во вражеском лесу. Что у нас сделал здесь Тайтхантер? Непонятно. Вард нигде не стоит, значит, вардить он не шел. Почему он здесь ходил, тоже вообще не ясно. До сих пор красное пятно в виде знака вопроса на земле в лесу команды Минески. 6-4. Минески увереннее себя чувствуют. 3000 по голде, даже чуть-чуть больше. И по экспириенсу чуть больше 1000. Тоже они впереди. Пока лучше всех чувствует себя, пожалуй, Miracle. Но он и должен в этой команде чувствовать себя лучше всех. И речь тут даже не только о доте. Еул уже практически выходит. Собирается у Лины. Остается купить рецепт. Если рецепт, правда, в курении не лежит. Нет, не лежит рецепт в курице. Курица варды у нас таскает. У Пака тем временем появляется даггер. Даггер на 13-й минуте. Нормальный, в принципе, нормальный тайминговый даггер. Это опять же после ПТ и после ботла. У Чена есть ли мека? Мека имеется. После меки еще 400 по голде. У Леона 1100 на руках. Даггер еще не скоро у Бристлбека. Есть Vitality Booster, немного совсем осталось до Вангварда. Включают Battle Trance, Рошан падает достаточно быстро. Здесь все это увидел Тайтхантер. У Тайтхантера нет ульты. Куда ты зашел? Непонятно. Тайтхантер пришел, посмотрел. О, вы бьете Рошана, давай-ка я здесь умру. Умирает у нас Рошан, а вслед за ним отправляется на базу Тайтхантер. Ну, достаточно крутой подбор персонажей у... Ова. Здесь мы видим, что все для... Есть необходимое и для того, чтобы схватить, и для того, чтобы застанить. Нереально неприятная сетка. Ауры на реген, ауры на скорость атаки. Все, короче говоря, есть. Даже для брони есть здесь дикокрыл потрошитель. Ну, можно выходить с таким пулом крипов и стараться забрать еще товара. 13-я минута у нас на карте на данный момент. 14-я, точнее, подходит к концу. 2Т1 со стороны команды 5Eva уже упали. И один Тауэр на топе со стороны Минески отошел команде 5Eva. По денежкам как дела обстоят? Более 5000 у тролля. У команды Минески, конечно, более 5000 преимущества и более 4000
по экспириенсу. У Рейвена тем временем появляется Фейсбутс, появляется Доминатор, есть уже Яша, есть Аквила и еще и... Как будто всего этого было мало, Эггис ему достается. Бристл Бэк собрал Вангвард и наблюдаем за следующими артефактами. Ну, думаю, Гримзон Гвард будет появляться в скором времени. В принципе, куда еще с Вангвардом можно и направиться. Джей врывается у нас, Сайленс пошел по Дроу Рейнджер, поднимает его в ветра моментально. Миракль у нас, Джей улетает отсюда из файта, поймали здесь Тайдхантера. У Тайдхантера есть Рэвэдж, но он не успевает его провязать, потому что здесь просто заковырял крипами чен Тайдхантера. И сетка, и стан, и еще и шоквейв от Сатира. Ну, короче говоря, просто крипы запинали у нас Тайдхантера. Врыв у нас от Джея в Лину. У Лины есть Лагуна Блейд. Если что, при приземлении можно попытаться. Здесь есть ВР-ка. Будет ли в нее Лагуна Блейд? Боже, ВР-ка играет за Миракля. Какой Лагуна Блейд? Надо как-то разбираться с Джеем. Просто на хайграунд уже зашли команды Файфэва. Игроки Минески. Погоня у нас за Линой. Куку здесь. Стан ловит Джей. И Джей рассыпается. Однако Куку не собирается, я думаю, сдаваться и назад идти. Джей рассыпался. Куку продолжает гонять команду Файфэва. Падают тем временем Т2 на миде. Осталась верхняя линия и один тауэр на ботами команды FiveEva. По итогу этого файта, конечно же, впереди команда Минески. Но то, что они начали гонять команду FiveEva на их же хайграунде, я думаю, по морали должно ударить. 7500 по голде и более 6000 по экспириенсу. Что у дровки тем временем появляется? Ничего, в принципе, феноменального. Mask of Madness, Power Threat, ну... Фармит она не лучшим образом по нетворцу, если в пятерке есть. Да, в пятерке у нас... Ну, здесь с троллем не по шансам вообще драться. Батл Транс включает у нас тролль. Еще один удар и Дроу Рейнджер. Какой раз подряд? Пятый раз подряд отправляется у нас на базу. То ли это слив, то ли это просто не пошла катка. 0-5 на миде у команды FiveEva. Miracle, надо что-то с этим делать. Куку здесь, зажимают в кусты у нас Дроу Рейнджер, как бы это тривиально не звучало. Подкоп еще у нас от РРа, ну и здесь разбирают Дроу Рейнджер. Тролль, Киллинг Спри. Выход на Т1, и можно, я думаю, смело идти на Т2. Нет Дроу Рейнджер, нет ВР-ки. В принципе, кто вообще может помешать? Здесь есть Тайдхантер. Тайдхантер ульт, по-моему, в этом матче еще не юзал. 17-я минута. Наверное, просто еще не пришло его время. На 17-й минуте обычно ульт бесполезен, как я слышал. Короче говоря, немножко странно. Немного странно реализация персонажей у команды FiveEva. Лина лесная, Лина, к ней вообще нет претензий. 4-1-1 она идет, но возможно это как-то влияет на то, что ничего толком не вывезли остальные персонажи. У Дроу Рейнджер для 18-й минуты, для мид Дроу Рейнджер, очень маленький нетворс. Пятое место это... Шестое уже место, это, конечно, слабо для мида. Леон тем временем забирает у нас Тайдхантера. Был ли Рэвэдж? Рэвэджа, конечно же, не было. Но тут не было смысла, в принципе, давать Рэвэдж. В любом случае, Тайд понимал, что умирает. И просто так тратить скилл, который может пригодиться через 15 секунд, нет смысла. У РРа тем временем появляется уже Блинк Даггер. У Пака после Даггера есть ли что-то еще? Да, Джей улетит уже собранный Юл. Нет, не собранный. Ну, 950 по голде есть. Сейчас Secret Shop залетает у нас. Курочка Void Stone покупает и направляется собранным юлом для Джея. Что у Чена? Чен сразу пошел в Аганим. Это хорошо. Никаких форстафов, ничего промежуточного. Сразу после Меки отправляется в Аганим. Даже тапок не грейдит. Не его вообще это дело. Чен нормально выфармливает все, что ему необходимо по лесу. 960 по голде имеется уже на данный момент. 200 остается до Аганима. Джей стоит в позиции, очень классной позиции. Если бы драться начала команда FiveEva, то Джей, я думаю, нормально бы рассказал им. В принципе, Дримкойла еще не было. Ждем. Остается, в принципе, все. Дримкойл от кэтдэшился. Можно начинать драку. Есть Йоул уже. Есть все необходимое для команды Минески. Батл Транс от тролля продолжается. У нас дамаг на Тауэр. Тауэр падает со стороны команды FiveEva, и Минески, в общем-то, отпускать его не собираются. Ну что, у нас здесь дровка. Дровка уже выходит в Яшу. В принципе, большая часть
Ее собрано, остается всего лишь 5 монет до Band of Elven Skin, ну, через секунду появится. Загнали в лес у нас мидера команды FiveEva. Да, делать нечего, при счете 0-5, если не ошибаюсь. Да, 0-5-1. Куда еще отправляться, кроме как в лес? Драка на секрет-шопе пока что не собирается. Я вижу втроем здесь игроки команды FiveEva, а игроки Минески были рядом, но решили отойти в свой лес. После Гримзон Гварда у Бристлбека еще 1256 на руках. У тролля, что у нас? Яша, Блэк Кинг Бар, Хелма Файрон Вилл, Фейсбуцы, Аквила и 1700 на руках. Кто нам что нарисовал? Тролли, как я понимаю, нарисовал что-то на энжентах команды FiveEva. Пока что никто туда не направляется. И самое интересное, что из команды FiveEva тем более туда никто не направляется. Так что ловить там некого. Игроки команды FiveEva у себя в лесу скооперировались и не хотят оттуда выходить. Я бы на их месте тоже не особенно хотел бы этого. 14-6 счет. Проигрывают они сильно и проигрывают весьма ощутимо. 12,5 по голде и по опыту тоже порядка 10 тысяч. Джей здесь. Джея привязывают. Связывают скрипами. Очень крутой шеклшот от Виндрейнджер. И здесь подоспели вовремя игроки команды FiveEva. Наконец-то! Наконец-то эта подруга забрала хотя бы один фраг. Это уже не слитая катка. Или просто отбивает свои поставленные денежки. Ну что, Draw Ranger у нас 1-5-1. Становится 1500 даже на руках у нее. Это все после Яши. Будет ли попытка спушить тавер? Может быть, есть смысл посплит-пушить. Мом включает. Сюда прилетает тролль. С троллем драться она точно не хочет. А тролль, я думаю, не прочь подраться у нас, Draw Ranger. Прочекали, где она может быть. Пока что нигде она не может быть. Она отсюда убегает на своих двух. Ну, будет ли здесь встреча? Чен увидит ли Draw Ranger? Увидел, я так понимаю, краем глаза. Нет, скорее всего, не увидел, потому что туда и не направились игроки команды Минески. FiveEva, в свою очередь, контролировали, где находится их соперник, Поэтому, в общем-то, в безопасности находились. Ну что, у нас Тайдхантер здесь, я так понимаю, попал. Да, скорее всего, Джей врывается, дает Silence. Есть, если что, Ravage. Ravage уже нет смысла юзать. Тайдхантер у нас шестой раз умирает. 0-6-1 счет у Тайдхантера. Что вы вообще творите? Что происходит с командой FiveEva, мне немного непонятно. Давайте глянем по КДА, как дела. Ладно, потом посмотрим, как по КДА дела. Тролль у нас включает БКБ, начиная здесь драку. Погоня за Мираклем. Миракль, скорее всего, умирает. Да, Миракль у нас умирает. Уже 4 игрока команды FiveEva отправляются в таверну. ВР-ку поднимают ветра. И ВР-ка при приземлении явно пожалела о том, что здесь находилась. Минус 5 от команды Минески. Еще один фраг. Я так понимаю, решил FiveEva подарить. Выкупилась ВР-ка. Направится, если сюда, то тоже, скорее всего, умрет. Крипов отогнать не получилось на себя заагрить. А значит, мид будет падать. Тайдхантер здесь. Тайдхантер с даггером. Ravage имеется. Выкупается у нас Draw Ranger. Тайд врывается. Дает Ravage сразу по двоим, да, по троим игрокам. Нет, по двоим игрокам дает у нас Ravage у Тайдхантер. Ну, по ХП практически никто не проседает. Тролль ходит наполовину битый, но тролль, в принципе... А, в принципе, тролль, может быть, и умрет. Нет, тролль не умирает. Чен отправляет его на базу. Крутой подсейв был от Леона. Сразу по троим был импейл. Здесь у нас поймали Миракля. Миракль погибает. Джей уже на базе, уже ходит по хайграунду и уже разваливает команду FiveEva. Куку продолжает погоню у нас за Тайдхантером. Тайдхантер рассыпается. Здесь бегает одна Vengeful Spirit. Но это только до поры до времени. Vengeful Spirit нету свапа. Я думаю, Куку, скорее всего, еще и под фонтаном сможет ее развалить. Да, Куку это делает, убивает под фонтаном, и это трипл килл у нас от Куку. Но это полное унижение и аннигиляция команды FiveEva. Поздравляем Минески, более чем уверенная победа, 23 минуты. Эксперименты от команды FiveEva явно не удались. То ли дровка сильно слилась на миде, и выбраться из такой задницы не получилось уже у команды FiveEva, то ли более крутая реализация от Минески. Ну... Этот вопрос сомнительной аналитики оставим на потом. Напомню еще раз, у нас матч в формате Best of 2, это Join Dota MLG Pro League, первый сезон.
и азиатский дивизион мы комментируем. У микрофона друг и студия Игрокам ТВ. Не переключайтесь, нас ждет ответная встреча через несколько минут.